В минувшие выходные в Чебоксарах состоялся второй тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги в ПФО. В этом году наш регион в состязаниях представляет волейбольная команда СШБВ «Атимар». Первый блин для девушек комом не вышел. Они показали хорошую игру уже в стартовом туре чемпионата, который прошел в Пензе в ноябре. Хотя тогда выиграть у соперниц не получилось, но стало понятно, все команды по зубам. Со всеми можно играть на равных и даже выигрывать. И вот, наконец, во втором туре мордовские волейболистки одержали первую историческую победу. Со счетом 3-0 наши девушки обыграли команду «Ласточка» из Пензы. Мы играли в день приезда, очень устали после дороги. Мы так, можно сказать, выдохнули, что 3-0 все-таки 3 очка забрали. У нас была такая установка, что с этой командой нужно 3 очка забирать. И мы, конечно, очень обрадовались, но такая усталость дала о себе знать. Мы, можно сказать, так выдохнули. То есть все, обрадовались, все, идем дальше. Второй матч тура получился гораздо более сложным и драматичным. Подопечным Ирины Кияевой противостояли лидеры подгруппы и хозяйки площадки – команда «Спартак» из Чебоксар. Но и с ними, поверившие в свои силы дебютантки лиги, играли на равных. И лишь чуть-чуть уступили в концовке тяжелейшего пятисетового поединка. Первую партию девочки легко взяли. Вот. Потом вторая, третья борьба была там вплоть, по-моему, до очков 26-24. Вот. И, конечно, сказалось усталостью девчонок, потому что нет опыта таких больших игр именно из 5 партий. Вот. Нет у девочек у нас в Мордовии таких соперников, чтобы они могли полноценно подготовиться к таким играм. Вот. И все-таки под 5-ю партию и волнение тоже сказалось. Все-таки хочется выиграть. Где-то начали осторожничать. Вот. Не сильно нападать, уверенности не было. Может быть, из-за этого, может, и проиграли. Аппетит приходит во время еды. И теперь наша команда всерьез рассчитывает на выход в финал 6, где сильнейшие коллективы зоны ПФО разыграют звание чемпионов первой волейбольной лиги. Для этого есть все. Боевой настрой, неплохое турнирное положение и, конечно, огромное желание играть и выигрывать. Решающим станет третий тур предварительного этапа соревнований первой лиги. Он пройдет в Ульяновске. И главным соперником за место в шестерке сильнейших команд станут хозяйки – волейболистки ульяновского «Динамо». Сейчас у нас с ними практически равная турнирная ситуация. И все будет решаться в очном противостоянии 23 декабря. Мы уже на обратном пути с Чебоксар начали настраиваться, уже план разработали, как мы будем действовать. Тоже мы уже знаем, что играем в день приезда. Это, конечно же, будет тяжелее, чем играть отдохнувшими со свежей головой. Но сейчас вот думаем, как лучше сделать, во сколько выезжать, чтобы хорошо подготовиться к игре. Соответственно, на тренировках тоже работаем, команды уже знакомы нам, и знаем, нам над чем работать. Вот, готовимся и будем надеяться на лучшее. Намного увереннее девочки играли, и уже команды хотя бы, как говорится, познакомились с этими командами, немножко разобрали их игру. Последний тур мы очень хотим выиграть команду Ульяновска, также команду Пензы, и надеемся, что по очкам мы выйдем в финал 6 команд. Анастасия Мишкина, Павел Толобаев, программа «Наш спорт».